сквере Победы села Быков-Отрог кипит работа. Здесь приводят в порядок обелиск и прилегающую к нему территорию. О том, что место памяти нуждается в реставрации, говорили жители села на встречах со своим депутатом. Так появился проект благоустройства, основанный на местных инициативах. Он был направлен на рассмотрение правительства Саратовской области. Но пока решается вопрос о софинансировании из областного бюджета, первый этап начали реализовывать за счет спонсорских средств. Несколько предприятий, которые располагаются в Быково-Отрогском муниципальном образовании, решили помочь с благоустройством сквера Победы. Завод особое внимание уделяет социальным проектам для развития не только производственных мощностей в городе, но и социальной сферы. Мы заключили договор с организацией ООО «Спецавтотранс». Часть этих работ выполняется за счет средств АО «Металлургический завод Балакова». Пешеходная дорожка – это самый проблемный элемент благоустройства данного сквера. Жители во время встреч не раз поднимали вопрос о ремонте тротуарного покрытия, потому что оно изначально было неправильно сделано и местами проваливалось. Здесь, на этом участке, очень близко расположены подземные воды. И весной, в период паводка, эти воды поднимаются, и за счет этого происходит разрушение дорожек. Мы при этом проработали с Саратовским государственным университетом тему применения фосфогипса под дорожку, под площадку, которая здесь будет сделана. Также посмотрели укрепить памятник, чтобы он не разрушался под действием брожения от подземных вод. Укрепляют сейчас и основание холма, на котором стоит обелиск, а также площадку перед ним. На ней будут проводить памятные мероприятия. Обелиск изначально хотели ошпаклевать и покрасить, однако затем решили обложить керамогранитом, чтобы был прочнее. В этой части проекта помогает компания «Транснефть Приволга». Орден, который украшал центральную стелу, вручную привела в порядок автор проекта Ксения Лобода. Он уже готов и ждет, когда его вернут на главное место памятника. Кроме этого, здесь появится новая мраморная табличка с именами жителей села Быков-Отрог, которые не вернулись с Великой Отечественной войны. Ну и, конечно, особое внимание будет уделено озеленению сквера. Уже определены виды деревьев и кустарников, которые будут украшать территорию. В этом помогает компания «Фосагро». Хотелось первоначально сделать праздник, сделать субботник по высаживанию всего этого, чтобы привлечь сюда и жителей Быков-Отрога, и детей. Но, к сожалению, учитывая ситуацию, если она не поменяется до конца апреля, то придется озеленение сделать не празднично, просто красиво. Первый этап проекта планируют завершить к 9 мая, второй – к 1 сентября. Ну а дальше в планах у инициативной группы привести в порядок зеленую зону, где сейчас расположена детская площадка. Здесь планируют обустроить место отдыха с фонтаном. Но инициатива должна исходить от сельчан, ведь это благоустройство делается для них, и именно жители должны решать, каким будет их сквер.